Нам надо думать, что с ними сделать, чтобы христианство там осталось? Которую постоянно пытались исламизировать. И аджарцев заставили принять ислам. Постоянно пытаются уничтожить Армению, потому что она христианская. Вот сейчас, знаете, это не клоунада, когда вырезали 1,5 миллиона армян, потому что они христиане. Это не клоунада, когда уничтожали миллионы грузин. Их спасла русская армия. Это не клоунада. И сегодня в ваших планах уничтожить христианскую Армению, Грузию и взорвать Россию, попытаться ее исламизировать. Знаете, вот. Но не получится. Интересно. Не получится. Никогда. Интересно. Никогда. Никогда. Почему? Я не слышал ни одной фразы от господина Джамаля на эту тему. Тегеран, в Триполи, а здесь ислама не будет.